Ох, мы Сеньки клип насобираем. Всем салютики, мы на фестивале уличной культуры. Мостик. Что, погнали вовнутрь, посмотрим. А, да, у нас еще вот доска. Мои хорошие знакомые сделали мне досочку. Paper Customs. Вам нужна доска? Пишите, ребята. Вот, а так. Оригинальный, универсальный. И ни у кого такого нет дизайна. С этой стороны досочка пустая. Пройдемся по фестивалю, там будет много графичков. Насобираем всяких тегов и разыграем досочку, так сказать, с автографами. Теперь у меня тоже есть микрофон. Хотел добавить, что там не только графички, но и артисты, которые делают стикеры. Вот, самые крутые мы тоже соберем, наклеим. Угу. Вот, а досочку вы сможете использовать. Ну, если захотите по максимуму вандалить, можете, конечно, на ней кататься. Но мне кажется, она круто украсит какую-нибудь стену. Стикеры сюда будем клеить. Да, да. А туда теги будем ставить. Вот, короче, у нас получится... Сторонний домашний арт-объект. Уникальный. Да. От Кати Шенгели. Можно я скажу? Ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь, а то вам Юра скажет, это слишком злобно. Поэтому я за него. Я что-то красное. Нет, а у меня что-то забыло. Это тоже вставим. Это арт. Арт. Уже забомбил. Ладно, погнали. Ой, я, кстати, вот еще что хотела сказать. Это же у нас фестиваль уличной культуры. Скейтбординг все-таки, как-никак, тоже уличная культура. Вот посмотрим сейчас на фестивале, есть ли у них что-нибудь связанное со скейтом. Если нет, то привнесем это самостоятельно. Будем просить делать кикфлип участников будем. Фестиваля. Обязательно будем. О, мне вот эта тачка уже нравится. Здравствуйте, Ирина Шенгель, день добрый. Здравствуйте. Наше уважение, спасибо большое за вклад в спорт. Спасибо. Спасибо. А чей такой? А это спортсменка, она, у нее, конечно, поменьше наград, чем у вас, но тоже есть. Ну, я заметила, что вот молодой человек, который меня узнал первым, он в Бенце. Можно у него уже попробовать узнать, умеет ли он делать гипы. Сам катаешься? Я просто вижу. Я на самом деле катался. Мы с тобой раньше в одном парке на шоссе энтузиастов катались и даже домой ездили. Через дорогу от меня Блефортова была. А, да ладно. А кикфлип сделаешь? Я флипа не дам. Хил, может, могу попробовать, не знаю. Но получится, скорее всего... А как тебя зовут? Антон. Три попыточки. Давай. Я не уверен, что даже с трех. Давай, три попытки. Ох, мы Сеньки клип разбираем. Ой, ее рядом. Тут прям можно офигенно надышаться этой краской. Мне кажется, мы уйдем отсюда с фестиваля с такими глазами. О, а вот тут я смотрю, теги всякие, да, делают? Ребяточки вон там рисуют, да, Go ahead and tempt me, put it on the line and you'll come up empty.
If I got time, I'm deadly. Never caught off guard, no, I'm always ready. I got a hand real steady. Look me in the eye and you'll see no... Беспроигрышная лотерея? А ты не хочешь сделать кикфлип на доске? Блядь, зайти нету, да? Я не могу. Я не умею. Но если ты можешь, сразу флаг на лотерея. Ну давай. А что, надо... Кикфлип. Что у тебя? За кикфлип. Да, а что это теперь? Открывать ее? Почему наклейки с самокатерами, а где со скейтерами? Ну, футболочка нормальная. Да, я поняла. Давай, клей сюда. Один. Один. Кто доски разрисовал? Ты огнешь что-нибудь? Меня зовут Маша Роспи. Я Настя. Изготовлением ювелирных изделий. Мощно. Прилавок с данками. Да? Да. Блин, я только голову поворачиваю. Смотри, смотри, это прям как мои. У меня такие есть. Да, как я по ним соскучилась. Ребят, вы катаетесь на скейте? Катаю, я просто даю скейт, скейт. А, nice dance, все, я как раз говорил. Недавно рассказывал Кате, что вот есть классный магаз, да. Спасибо. Окей. Я знаете, откуда вас узнал? У нас снималось видео. Дима Коваль приходил. К кедовым таким вопросам хочется узнать. Ну, да, явно ты их коллекционируешь. И назови там, ну, не знаю, три топ твои любимые модели. Данки SB – это вообще вот для меня самый, наверное, любимый силуэт. Давай. Катя просит расписаться. А вы знаете, кто у вас расписывается? Но, к сожалению, нет. Тогда вот подпишитесь обязательно на наш YouTube-канал. A few moments later. Смотри, как подобрать по размеру себе доску, по ширине ноги? Смотри, вот дай мне эту. Вот так? Видишь, смотри, вот здесь совсем чуть-чуть и здесь совсем чуть-чуть. Так не подходит. А вот так, когда по сантиметрику, по полтора у тебя нога с двух сторон торчит, тогда подходит. Вот Юр, ты свою там приложи.
Вот, видишь, здесь торчит, тут торчит. Все, спасибо большое. В магазине Chain. У нас тут куча всего. Во-первых, наш комикс. Мы выпустили его зимой. Он про нашего персонажа мистера Чейна и его путь к мечте. Еще у нас есть крем для рук, который мы выпустили в коллаборации с брендом Уны. Крем на основе конопляного масла, очень быстро впитывается и пахнет жвачкой. Термопатчи на одежду, которые проглаживаешь, и они остаются на шмотке. Еще есть мыло и свечи ручной работы. И наши арты. Но главное – это массаж. Пройдемте в массажную. Здесь творится искусство. Наш перформанс так и называется – прикосновение к искусству. Прикосновение искусства. Все участники надевают наушники и слушают подкаст, записанный создательницей Чейна Илоной Лисотиной, о том, как начать зарабатывать своим искусством. И параллельно ты представляешь себя целым городом. То есть мы же на фестивале уличной культуры, и здесь все про то, чтобы красить, рисовать, клеить стикеры. Но как чувствует себя город, когда на нем рисует? Вот, это уникальная возможность побыть именно городом, а не художником. И сейчас мы начнем делать массаж. Задумка крутая. Мне понравилось. И у нас есть 10 частей такого подкаста, так что можно приходить в течение дня и отдыхать. Сейчас я расскажу, в чем там прикол. Тут, короче, с массажем вообще прикольная задумка. В наушниках основательница Илона рассказывает, представь, что ты город, и вот по тебе сколько мест, где можно порисовать, постикерить. И вот тебе начинают этими валиками, кисточкой, и наслаждаешься. Это такой релаксирующий массаж. Тебе помогло расслабиться? Да, да. Как формат релакс-массажа? Во, идея клевая. Так, да, ты катаешься, да? Я катался с вами под мишу. Замечательно. Кикфлип сделаешь? Кикфлип, да. Что, скажи, как тебя зовут? Никита. Давай, Никита, делай кикфлип. Я Собер, я 10 лет рисую граффити, снимаю видео на YouTube, TikTok, Instagram, вот, веду блог, такие дела. Да, в Telegram. Марк Змей. Ты по большей части рисуешь или... Ну, по большей части граффити, наклейки, а сейчас вот одеждой начали заниматься.
Наташ. Мы тут вышли подышать свежим воздухом на улицу. Там пахнет сплошной краской. И спалили девочку, идущую со скейтом. Привет. Привет. Кто у нас катается на скейте? Мы катаемся на скейте. Кикфлипчик? Сейчас. Сейчас. Да. Давайте я попробую попшайт сделать. Давай. Давай, попшайт. Как тебя зовут? Демьян. Демьян. Демьян делает трюк. Ну, попшает это, если вы отойдете. Давай, давай. Не, не получится сейчас. Я на ходах умею. Окей, да. Молоток. А тебя как зовут? Тима. Здрасте. Подписывайся на Кейки Флип, там увидишь вот. На, смотри, держи. Почти флипаю. А ты сам откуда? Саратов. Саратов. Нам не хватает, ребята, бетонного скейт-парка. Сейчас подписываем петицию. Пожалуйста, найдите эту петицию. Скейтборд, скейт-парк бетонный в Саратове. И вот подпишите ее, пожалуйста. Давай очень не хватает. Так, у нас выйдет обзор, ты его дождешься. Ага. Вот, и там в комментариях напишешь, и мы все петицию подпишем. Все, хорошо, договорились. Респект, давай. Клёв дороги. А как тебя зовут? Меня зовут Саша Санизня. Хорошего творческого процесса. Я выступлю интервьюером. Можете оставить ваши комментарии, понравилось вам или верните Катю. Ну, во-первых, респект за фестиваль. Спасибо. Мы сразу почувствовали пересечение культур, потому что многие ребята: о, круто, дай что-нибудь попробуем. То есть у нас прям... Это стрит. До начала там нулевых, да, это неотъемлемая часть была. Там хип-хоп, стрит-арт, скейтбординг, брейк-дэнс.
Ну вот. Я когда начинал увлекаться граффити, я параллельно начинал кататься на скейте. Для меня это вообще неразрывная тема. Я до сих пор там гоняю на крузере. Для тебя, да, что такое стрит-арт сегодня? В чем его особенности у нас в стране? Слушай, ну стрит-арт, он вообще разный. Если это то, что появляется на улицах, то это может быть и граффити, и какой-то классический стрит-арт такой больше, как Бэнкси, с каким-то социальным, политическим уклоном. Либо вот как мы там тегаем, клеим стикеры. Иногда это может быть и то, и другое, и он перемешивается, и тут скорее можно разбирать каждого автора отдельно, mm-hmm. какие инструменты он использует больше. А как культура сама, ну, в нашей стране, мне кажется, у нас она менее политизирована. Вот. Mm-hmm. А как давно ты вообще начал заниматься? Я с 14 года, я вот, ну, такие первые незрелые попытки у меня были что-то оставлять после себя там на улицах, типа баллончиком или наклейкой. Потом я придумал персонажа и как-то его развивал, он эволюционировал. Mm-hmm. И спустя лет 10 вот я нарисовал в итоге вот такую штуку. Это mm-hmm. мой персонаж, мой тега. В 14 году Кирилл начал заниматься, да, а сейчас это уже 8-й получается по счету, 7-й? Смотри, фестиваль первый был в 21 году. Ага. Но до этого я еще делал с ребятами тоже такую стикер-выставку, но она не была похожа на фестиваль, это скорее был такой mm-hmm. выставочный формат. Это был 16-й год. Вот, я тогда рисовал типа там года два. И я вот в себе носил вот эту идею все равно повторить выставку. И потом в 21 году созрело это все в еще одну стикер-выставку. Но она получилась столько хороших откликов и стала такой популярной. Мы решили делать фестиваль, потому что когда много людей, это целый фестивальный формат. Mm-hmm. И сейчас это 7-й. 7-й мой стик. Mm-hmm. Вот у нас был на винзаводе. Ну, мы делаем два раза в год, грубо говоря, из 24-го, вот это 7-й мостик. В этом году будет еще один, скорее всего. Класс. Вот. Так что приходите на следующий, если да. не были на этом, а если были на этом. Да, мы, может, еще будем делать какие-то локальные ивентики, типа там припати или какие-то сходочки. Вот. И так что подписывайтесь обязательно на каналы, чтобы следить за всей движухой афишной. Стрит-арт — это часть уличной культуры, да. Скейтбординг — это тоже неоспоримая часть. Насколько тесно это все переплетено, на твой взгляд, и берешь ли ты вдохновление, например, в скейтбординге? Ну да, это вообще неразрывная связь, как соседи или близкие братья, не знаю, ну типа там какой-нибудь брейк, рэп, ну все, что такое на улице и то, чем люди занимаются, как искренне подход к этому творчески, ну, потому что в скейтбординге куча творчества, потому что я сам, вот я тебе с чего начал, то, что меня увлекло вместе как и рисование, так и катание на скейте, просто катание на скейте я потом перестал, и у меня осталась типа такая привычка все равно передвигаться на городе там на доске. Но вот с граффити и со всем рисованием я не завязал, и так, типа, продолжаю. Ну, а это все, несомненно, вообще близко друг к другу. А сейчас какой-нибудь трюк сделаешь? О, слушай, могу попробовать. Но я уже давно не это. Ну, и обувь у меня такая, конечно, не скейтерская. А? Олехи будет достаточно. Оле могу. Ну, могу поп-шоу даже попробовать. Ну, Нью-Балансы не простят вообще. Нормально. Приходилось ли украшать своими работами скейт-парки или доски? На панк-фикшене я дарил доску. Ага. Вот, она у них там. Вообще, я рисовал еще вроде в парке Горького, когда он там был. Угу. Да, я рисовал в пуле. Вот. Ну так, что прям звали что-то оформлять, нет. Но всегда хотелось. Угу. Ты знаешь, что еще вспомнил? Я, короче, закастомил доску, футворк. Ага. И потом их отметил, и они у меня заказали дизайн. И у меня есть, короче, у них два дизайна серийных с доской. Ну, вообще крутяк. Футворка. Да, прикольно. Так что, ребята, вообще респект. Круто. Если брать музыку, я смотрел вчерашний лайнап ваших выступлений. Там разношерстная публика вот среди артистов. Вот. Телефоне заряжай, гоп, не оставляй меня здесь одного, одного. Пон-пон, люди любят пон-пон. Время пинг-пон, топ-топ.
для тебя сегодня, да? То есть все-таки стрит-арт — это хип-хоп, техно, рок или вообще уже все перемешалось? Да, вообще все перемешалось. Это знаешь как, типа, ну, у каждого своя классификация, это как там три столба хип-хопа, но туда же не входит скейт, хотя это чисто уличная тема. Поэтому, типа, есть там ночная техно-движ, это тоже довольно люди, с которыми мы говорим на одном языке и хорошо друга понимаем. Там, допустим, как скейтеров или чуваки, которые катаются там на BMX-ах или на самокатах, тоже, типа, из одной движухи. Поэтому очень сложно что-то, какие-то определения городить. Скорее всего, это просто чуваки, которые именно в стрите, и они друга хорошо понимают. Вот. Ну, и там не в стрите. Короче, это молодые ребята, которые увлечены такой творческой темой. Будь это музыка, спорт или граффити. А на самом деле, да, стрит-арт, он находит отражение во многих видах искусства, в том числе, там, ну, кино, понятно, да, то есть, там, помимо музыки. Мы не раз уже, там, в наших выпусках, передачах вспоминали про компьютерные игры, вот, и есть прям икона для скейтеров, это Tony Hawk Pro Skater, потому что многие, даже вот гости у нас там в шоу «Ща будет» приходили, говорили, да блин, мы вот в детстве, когда учились кататься, как мы учились, у нас не было тренеров. У нас был Tony Hawk Pro Skater, мы там смотрели трюки, а потом выходили на улицу, пытались их как-то делать. Вот. А для, например, граффити, я помню, была такая история, как Марк Экос Getting Up. Да, вот. Не играл. Не играл? Нет. Вот. Потому что у меня как раз был вопрос, то есть, ну, как бы вот как явление оно было, но оставило ли это какой-то отпечаток, но, видишь, даже не слышал. Не-не-не, я не знаю, у меня только из компьютерных игр, я не знаю, там, в GTA можно было рисовать граффити, или в Counter-Strike можно было делать свою тегу. Ну вот, может, придешь, посмотришь, там прям реально ты играл с граффитчика, который бегает, там, бомбит тоже стены. Не знаю, посмотрю. Ну, потом там все в такой, в боевик больше превращается, но тем не менее. Mark Echo presents. I just wanted to keep my name up, but this battle's bigger than me. On these streets, art is war. Rivalry is extreme, and power is a conspiracy. I'ma flip the whole script on it. Down for it? Mark Echo's Getting Up. Contents under pressure. In stores now. Rated M for mature. Респект и спасибо, что позвали. Респект. Очень интересно. Да, супер. Скоро, кстати, 21 июня у нас Катин день рождения, да? Ну, на самом деле, это Go Skateboarding Day. Вот, может, там еще как-то пересечемся. Зовите, я приеду на доске покатаюсь. Отлично. Вот, движуха будет, потому что мы по-любому поедем кататься, плюс будем отмечать и Катин день рождения, да, несколько ивентов посетим. Вот, всех будем рады видеть. Взаимно. Да, спасибо большое. Тебе спасибо, вам спасибо, ребят. А у тебя 21-го, да, прямо? Да. Типа... Детский борт. Да, офигеть, да. Офигеть. Катя родилась прям... Это ее день, считай. У тебя прям предназначение какое-то. Катя двукратная чемпионка России. О, да. Она чемпионка этапа Кубка мира в Роттердаме в 2018 году. Двукратная участница X-Games. Единственная, кто вообще от русских спортсменов ездил на X-Games. Офигеть. X-Games до 2016 года – это, ну, по сути, Олимпийские игры для экстремалов. Трижды? Да. Вот, видишь, я плохо знаю твою историю. Люди. Даже трижды на X-Games и участница SLS. Вот. А SLS – это тоже крупное мероприятие, поэтому да, Катя как бы нашла свое предназначение. Он зеленый, потому что фирменный стиль, мой стик зеленый, это я их напечатал к фесту. А так у него фирменный стиль такой голубенький. Ладно, что, пойдем дальше. Пойдемте. Гулять. Спасибо, спасибо. Ребята. Спасибо. Тебе спасибо. Да, по-скейтерски. Знает как. Как тебе фестиваль? Ничего, я думала, будет скучно. Весело? Весело, да. Как тебя зовут? Как зовут? Да, да. Леша. Kickflip.
ковер, самолет. Борде, правда? Я. А как тебя зовут? Меня Настя. Клёво, я не знала, что ты с траекторией работаешь. Привет, траектории. Да, привет, траектории. А я вот на скейте начала кататься. Ты что, на сноуборде катаешься, да? Да, но я на скейте решила начать учиться кататься. На обратной стороне визиточки есть. Да, скейт школа Катина. Хочешь приходить? Хорошо, спасибо. Я подумаю над этим. Да, а ты вяжешь, да? Еще? Да, это все я сделала. Наклеиваем на досочку стикеры с этого феста. Вот смотри, этого. We'll be right back.
хватило только скейтбординга. Скейтбординга не хватило? Ну, там была бы рампочка какая-то, было бы вообще замечательно. Я надеюсь, что ребята в следующем году сообразят, воткнут мини-рампочку, и будет больше скейтеров, больше скейтбординга, больше трюк. В любом случае, было прикольно, и мы привнесли скейтбординг в культуру граффити тоже своими силами. Ну, согласитесь, что достаточно тесное пересечение, потому что мы только зашли, и уже буквально спустя пару минут на доске кто-то флипал. Но я ожидала будет больше. Ожидала больше? Да. Как-то я ожидала более тесное переплетение, нежели чем мы его увидели. Так что давайте. Как вы видели, мы по максимуму затегали и заклеили стикерами нашу уникальную досочку. А вишенкой на торте стал наш следующий гость выпуска «Ща будет». Барабанная дробь. Макс плюс 100-500. Давай я так, я постараюсь поаккуратнее. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и ждите новый конкурс.